стать директором телерадиокомпании на день и возглавить СМИ всего города. Или занять должность руководителя центра «Цитадель». А может стать начальником управления общей политики. Такой нелегкий выбор предстоит сделать участникам проекта «День дублера». В Губкинском он пройдет уже в четвертый раз. Каждый год должности, которые могут выбрать участники, отличаются. На этот раз дублеры заменят начальников и заместителей структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений. Мне стало это очень интересно, ведь это какой-никакой новый опыт, новые какие-то знакомства. Я из всех предлагаемых должностей выбрала начальник управления общей политики. Эта должность заинтересовала меня своим масштабом. Они же взаимодействуют и с телевидением, и с газетой. В общем, в СМИ, вот это все, аналитика. Свою лепту могут внести 10 дублеров. Для них это уникальная возможность показать себя со стороны руководителя и проявить творческие способности. Например, в телерадиокомпании «Вектор» на постах директора, заместителя, руководителя издательского отдела и начальника отдела радио. На мой взгляд, это очень хорошее профориентационное мероприятие для молодежи. Это возможность попробовать свои силы. А в нашем случае еще и попробовать свои творческие силы. И вот здесь вот уже можно двигаться в двух направлениях. И мы ожидаем от наших молодых коллег каких-то, возможно, новых идей, задумок. Может быть, они видят что-то интересное или какой-то интересный подход. Интересный подход приветствуется и в конкурсных испытаниях. Кандидатам на роль дублеров нужно защитить молодежные инициативы в отборочном этапе проекта с 1 по 9 октября. Каждому кандидату будет дано время для выступления. Он выступит со своей инициативой. Инициатива должна быть направлена прежде всего на благоустройство города Губкинского, либо развитие инфраструктуры, как молодой человек видит тот или иную проблему. Все желающие, которые хотят стать дублером, могут подать заявки до 30 сентября. Принимаются они в центре «Современник» по адресу 3 микрорайон, дом 11. Участвовать могут жители города от 16 до 35 лет. Телефон для справок 30820. Анастасия Дудко, Денис Гимп, Данила Индюков. Новости Губкинского.